Рады, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 261 серии турецкого сериала «Клятва» и вспомним об анонсе прошлой серии. 261 серия выйдет на экраны Турции 28 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через несколько дней. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Клятва» мы увидели, как эмир пытается отыскать Рашида, и он был очень зол на него. Когда эмир вошел в свой кабинет, то увидел там Фериде, которая что-то искала. Девушка попыталась сделать вид, что принесла ему кофе. Когда Нарин училась ходить по дому с помощью веревок, которые для нее специально натянул Кемаль, то упала в бассейн. Кемаль увидел Нарин, плавающую на поверхности воды, и сразу же бросился ее спасать. Когда Кемаль ее вытащил, то Нарин находилась в бессознательном состоянии и не отвечала на его вопросы. Оя постоянно преследует Фериде, и она хочет знать, какие могут быть дела у этой девушки с эмиром. Ей кажется, что поведение Фериде очень странное, и она чего-то добивается от эмира. Фериде не готова была к подобным расспросам и не знала, что ей ответить Ойе. Фериде возле особняка поджидал Рашид, и он начал угрожать девушке тем, что расскажет всем, откуда она вышла и за что на самом деле отбывала наказание. Эмир увидел возле своего дома того самого Рашида и в ярости набросился на него и ударил его по лицу, из-за чего мужчина упал на землю. Эмир стал спрашивать, что он здесь делает и как посмел сюда явиться. Рашид ответил, что пришел сюда ради Фериде. Эмир был сильно удивлен. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 261 серия выйдет на экраны уже 28 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.